Геннадий Кисель, инженер взорвавшейся газовой заправки, сегодня предстал перед судом для избрания меры пресечения. Накануне его начальника, директора АГЗС, уже отправили в изолятор на время разбирательства. Лишать свободы мужчину не стали, но под домашним арестом он пробудет до середины августа. Ограничения стандартные. Обвиняемый не может покидать жилище без разрешения следователя. Выезжать за пределы города, встречаться со свидетелями по уголовному делу и использовать любые средства связи. Адвокат не будет обжаловать это решение, хотя и уверен, в должностные инструкции его подзащитного входил только контроль за оборудованием самой станции, а не процесс слива топлива. Он не отвечал, во-первых, за непосредственно подключение автомобиля во время слива газа, во-первых. Во-вторых, он не отвечает за автомобиль, который заезжает на территорию АГЗС соответствующей. И, кроме того, он не отвечает за сам автомобиль.